Так, еще раз добрый вечер. Футбол заливается. Competition, картонная коробочка. Да, мы продолжим наши брейки хоккеем. MVP 21-22. Наводим окуляры на сайт. Начинаем 19:41. Сейчас как раз хоккей сниму, футбол зальется. 19:41. 13 число. Коробочка наша номер 0128. Сверяем номерок 0128. Неожиданно как-то собрали мы эту коробку сначала. Почти неделю она у нас бултыхалась. Еле-еле потом раз налетели и разобрали. Такие коробки уже уложу в надежде на редкий SP-скрипт или на редкий автограф. Все-таки. Наверное, большинство уже их собрало, все, что можно и нельзя. Поэтому ищем редкости. 5. Да, 6, 11. Тут и 20 должно быть на 12. Да, 4, 16. И 4, 20. Все правильно. MVP 21-22. Но если еще желание будет, то можем еще запустить коробчонку одну. MVP 22-23-24. У меня где-то хобби бокс на подходе. Наверное. Парочку. Все-таки я там хочу эту карту поймать. Которая карта редкая. Конор Бедард. Она точно достанется Чикаго, если что. Драфт номер один. Но ее надо достать сначала. Так, а здесь хочется, ну, скрипты хороших хоккеистов найти. И черный скрип, если он тут есть. А лучше, конечно, автограф. Маджента автограф. Наверное, он все-таки один бокс на кейс, то есть 5% шанс на автограф. Ну, 5% не ноль. Поэтому всегда надеемся. Надеемся и надеемся каждый раз. Так, дорезали. Мусор убрали. Открыл список, если что. Ну что, всем удачи. MVP 21-22. Погнали. Начинает у нас Монреаль. Далее Нэшвилл. Лос-Анджелес. Виннипег. СП-карта Марк Шейфли. И снова Виннипег. Скрипт. Кайл Коннор. Хороших есть сейчас уже. Очень хорошо играет. Кайл Коннор. Тоже Виннипег. MVP Watch. Их таких 4 будет. Мне кажется. Если я помню правильно. Так далее. Чикаго. Филадельфия. И Айсбак Пулкенекс. Так, голос не теряйся. Тебе еще после этого брейка проводить еще один. Копитер, Лос-Анджелес. Далее Коламбус. Сегодня где-то прочитал 400-й матч провел. Мэтхэрил. Сент-Луис Блюз. И обыкновенный скрипт, по-моему, да? Брэди Ткачак. Оттава. Вот что-то на улице взрывается. Брэди Ткачак. Ну вот
современный, открывал 22.4, все видно. Здесь вот сливается все. Мне такой менее нравится. Почти не нравится. Такие скрипты. Все-таки вот такие намного интереснее. Додонов Оттава. Далее у нас Нью-Йорк Айлендерс, Вашингтон и батл для Вегаса. Айс батл. Так, тут у нас это маскоты, по-моему, да? Я уже забыл, что маскоты. Колорадо, Торонто, новичок Кол Коуфилд, Монреаль, Артлео, Монреаль, Коуфилд. И тут же Гнеш, Нэшвилл. Коуфилд хорошо играет. Гнеш, он не переливающийся, простой. Что-то все раскидал на столе. Сейчас маленько тромбую их. Так, далее база. Детройт, Виннипек, Торонто и батл Сергачев Тампа Бэй. Батл Сергачев. Сейчас, секундочку. Так, продолжаем наш брейк. Литанг, Питтсбург. Ларкин, Детройт. Раст, Питтсбург. И вот такая Бефо энд Афте. Джек Хьюз, Нью-Джерси. В пиджачке как-то смотрится даже не как хоккеист. Джентльмен. Так, Флорида. А это у нас Эдмонтон, Койоты и Питтсбург Баттл, Сидни Кросби. Ладно, синеньких отдельно отложу, потом обзорчик попадет. Брэд Марчант, Бостон. Игорь Шестеркин, Рейнджерс. Куин Хьюз. Хорошая у него статистика в этом году. Кеннекс. Чек-лист. Тревор Зегрос. Да, вот у Тревора что-то не очень. То ли одна шайба всего. Зегрос и Беньерс пока разочаровывают. Меня именно. Не знаю, как других. Я от них ждал большего. Так, обыкновенный скрипт. Джек Рословик. Коламбус. Коламбус Блю Джекетс. Скрипт, который почти не видно. Я уж несколько раз такое говорил. Нью-Джерси, Филадельфия, Ice Battle, Rangers. Снова Rangers. Далее у нас Оттава, Миннесота и Харт Атак, Золотой, Кеннекс, Элиас Петерсон. Как бы не стал он вот хитом таким. Обычно тиражку кладут, но вот если золото попадается, могут сказать, вот вам золотая карта, радуйтесь ей. Надеемся пока, что это не она. Миннесота, Тампа Бэй, Коламбус и батл для Тампы. Киллер. Так, Монреаль, Фила, Вегас, скрипт очередной, Вегас, Алекс, Петр Анджело, MVP Watch. Второй на сегодня скрипт. Они, кстати, тоже золотые бывают, такие MVP Watch.
Артемий Панарин зажигает пока что Рейнджерс. Далее Пушки, Коламбус, Детройт и Баттл Сан-Хосе. Панарин, конечно, с Куперовым молодцы пока. Вашингтон, Питтсбург, Сент-Луис Блюз, Мэтьюс, синенькая карта Торонто. Мэтьюс, скорее всего, может быть, побьет рекорд Овечкина, как он шайбы заколачивает. Я уверен, что он 900-то настреляет. Так, это у нас Сен-Бернар, Колорадо и фойловый переливающийся. Сен-Бернар, Колорадо. Далее у нас Бостон, Виннипег и Айс Баттл Кузнецов в Вашингтон. Прям набили карту в пакетике. Не вытащишь. Анахайм вратарь. Далее у нас Койоты. Ванкувер и Сан-Хосе, Шарки, смешной талисман, акула, маскот для Сан-Хосе. Вообще хорошо, хорошая задумка у них с этими маскотами. Развлекают в перерывах всех подряд. Бостон, Анахайм, Рейнджерс и Баттл для Нью-Джерси, Нико Хишер. Следующая блестяшка у нас. Тоже, наверное, харта так будет. Коламбус, Миннесота, новичок Шейн Пинто, Оттава. И... Так, ладно, всех туда. Синеньких в одну кучку. Или он Драйзайтель, Эдмонтон, харта так. Но это обыкновенный серебряный. Не золотой. Далее база Миннесота. Коламбус. Коламбуса много сегодня. Ванкувер. И Баттл синенький. Алекс Ньюхук. Колорадо. Новичок того года. Половину прошли. Так. Даллас. Анахайм. Джейсон Брайсон, новичок Баффало. Тут же у нас Эдмонтон. Снова Леон Драйзайтель. MVP Watch. Незамысловатый автограф у него такой может быть. Кругляшок какой-то, как ручку расписывает. Далее Анахайм. Флорида. Нэшвилл и Баттл для Аризоны. Каролина, Оттава, Нэшвилл, Коламбус. Кто он блестит? Не это, не по-русски. Он золотой. По-моему. Макс Дами, Коламбус. Или мне уже кажется, ну, ощущение, что он не такой. Макс Доми. А да, ощущение оправданы. 23-25. Тиражный. То, что он реально какой-то, он переливающий серебро в золото уходит. Поздравляю Коламбус и Макс Доми. Сергей. Как чувствовал, не зашел. Ну вот. Нравится мне низкотиражные эти доставать. В футболе достал 25 карту. Сейчас в хоккее MVP Watch. Переливашечка.
Хорошо, хорошо. Дайте еще нам автограф. Это наглость, конечно, будет уже. Тут и золотая, вот у нас какая-то была уж Петерсон и 25 карта. Ну, надеемся. Тампа, Монреаль, Даллас и Айс Баттл, Петерсон, Кеннекс. Все-таки не зря мне показалось, что чем-то он отличается. Смотрим дальше. Вратарь Нэшвилла. Далее у нас Харт, Филадельфия. Тампа. Новичок Росс Колтон, Тампа. И еще один маскот, на этот раз для Калгари. Топ-дог. Не знаю, на собаку как-то не очень похож. Кто его рисовал, такого маскота? Далее Каролина, Вегас и снова Вегас Батл. Разные парни. Смотрим дальше. Баффало. Вучневич Рейнджерс. Сорокин Айлендерс. И до и после. Часто мне такая карта попадала. Прайс, Монреаль Канадиенс. Мне кажется, одна из самых частых карт. Когда я скрывал более-менее часто эту коробку, он попадался постоянно в шляпе ковбойской. Так, тут база по Монреалю. Далее Калгари, Монреаль и Тампа Баттл Колтон. Рос Колтон синенький. Ну, синенький пусть отдельно полежит. Зеленый отдельно, синий отдельно. Флери, Вегас. Далее Гурьянов, Даллас. Новичок Зак Джонс, Рейнджерс. И скрипт самый простой. Анже Копитер, Лос-Анджелес. Как правильно тебя называют? Анже. Лос-Анджелес. Самый обыкновенный скрипт. База Панарин, Рейнджерс, Коламбус, Детройт и Айс Баттл для Нэшвилла. По-моему, одни и те же команды попадаются. Очень много Коламбуса сегодня. Так, Филадельфия. Еще раз. Ванкувер. О, скрипт Тревор Зеграс, Анахайм. Одно время он ценился, сейчас не знаю, как по цене. Ну, хоть и простой скрипт, но это Тревор Зеграс. Может, все-таки разыграется парень. Так, Каролина, Торонто, Вашингтон и Айс Баттл для Баффало. Долин. Богатый защитник, наверное, по контракту. Колорадо, Баффало, Бородач еще из Сан-Хосе, Брэд Бёрнс. Так, здесь обычный скрипт, Кингс, Куинтон, Байфилд, MVP Watch, Лос-Анджелес. Делал несколько матчей, в принципе, нормально. Парень играет, старается. Совсем недавно был новичком. Так, Вашингтон, Торонто, Айлендерс и Баттл для Каролины. Три пакетика осталось. Что тут еще может быть? Какой-нибудь скрипт еще. Не знаю, смотрим дальше. Кузнецов, база Вашингтон, Флорида, Алекс Дебринг, это Чикаго, это просто не новичок, это у нас СП-карта синяя, и скрипт Тай Смит, Нью-Джерси. Скрипты, которые мне не нравятся.
Ну что поделать, дизайнер сказал, будут такие, значит, сделаем такие. Нью-Джерси база. Так, Тампа, Каролина и батл для Миннесоты. Не знаю, кто-нибудь играет, нет, вот этими батлами. Какие-то правила где-то надо найти. Еще правила непонятные. Далин Баффало. Далее Вегас. Вратарь Чикаго. Еще один у нас маскот. Это Детройт. Октопус. Осьминожек. Осьминожек. Многорукий ножик. И далее Колорадо. Пантеры, Вашингтон и Даллас. Павелский батл. Заключительный пакетик на сегодня, ребятишки. Так, Коламбус. Тампа Бэй. Нью-Йорк Айлендерс. МВП Рокки. Бернард Докер. Оттава. Синенький. И Евгений Малкин. Heart Attack. Вторая молодость у него. Питтсбург Пингвинс. Евгений Малкин. Так, ну что тут? База Койоты. Тарасенко Блюз. И Детройт Айс Баттл. Новичок Джова и Лена. Синенький. Вот такой был брейк. Ну что сказать. В принципе, поймали мы тиражку из 25. Что совсем неплохо. Давайте обзорчик, небольшой обзорчик. Синие всякие разные тут новички, старички и айсбатлы. Итак, Детройт, Оттава, Чикаго, Рейнджерс, Тампа Бэй, два раза. И он же, Колтон айсбатл, Колтон просто за руки. Баффало, далее у нас батл для Колорадо, Оттава, Мэтьюс Торонто, Кросби Батловый, Питтсбург, Виннипег, Чек-лист, Зегрос, Анахайм и Кол Кофилд, новичок Монреаль Канадиенс. Не знаю, в сливс отдел, может быть, и не надо. Драгон нет. Простые скрипты 5. Это у нас Тай Смит, Нью-Джерси. The Rookies, Тревор Зегрос, Анахайм. Копитар, Лос-Анджелес, Рославик, Коламбус и Брэдит Качак, Оттава Сенаторс. Эти маскотики у нас 4 плюс 1, 5 маскотов, 4 базовых, 1 переливающийся. Детройт, Калгари, Сан-Хосе, Нэшвилл и Колорадо, Берни, переливающийся. Маскот. Before and after. Джек Хьюз, Нью-Джерси. И Кори Прайс, Монреаль Канадиенс. Heart Attack. Малкин, Питтсбург. Драйзайтель. Это у нас Эдмонтон. И Петерсон, Золотой. Как он называется, господи? Кеннекс. Так, и MVP Watch 4 базовых, 1 тиражный. Итак, базовый. Квинтон Байфилд, Лос-Анджелес. Леон Драйзайтель, Эдмонтон. Алекс Петранджело, Вегас. И Кайл Коннор, Виннипег. И вот такой вот переливающийся весь красивый. Макс Доми. Доми. Коламбус Блю Джекетс. 23-25 номерок. Красиво смотрится, если честно. Он и серебро, и золото переходит. Я уже думал, у меня что-то с глазами, но нет. Не показалось. Так, сейчас футбол опубликую, эту на заливку, и продолжим наши брейки. Сегодня закончим о печи. В надежде на чудо. Не прощаюсь, скоро увидимся.